Простота как секрет успеха. В магазинах Доброцен вместо прилавков – палеты. Весь товар хранится прямо в торговом зале. На обслуживание нужно меньше персонала, поэтому цены на продукты здесь ниже, чем в других сетях. И масло можно взять, пельмешки можно взять. Ну, там колбаска есть, да, то, что есть дешевле, как в обычном магазине. Продукты здесь дешевле еще и потому, что их поставляют региональные производители. Пусть менее известные, но по качеству не уступающие известным брендам. Мы привлекаем региональных поставщиков, которые цены у них почему дешевле? Потому что они за месяц меньше делают рекламы, больше акцент у них на качество товара. Низкая наценка, вот за счет этого получается окончательная сумма для покупателя невысокая. В магазине уже началась подготовка к Новому году. Продукты для праздничного стола, колбасы, соленья и сладости в среднем на 20% дешевле, чем в других магазинах. Ежедневно мы мониторим цены конкурентов, смотрим, какие у них цены идут в акции. И минус 10% на эти цены мы проставляем ниже. Такой подход покупатели уже оценили. На экономный шопинг приходят сразу целыми семьями. Товар обширный, цены для наших заработных плат довольно-таки неплохие, соответствующие. Детский выбор конфет вообще молчу обширный, потому что ребенок нагреб вон одни конфеты. Это уже второй магазин сети Доброцен в Севастополе. Он находится по адресу Отрадная, 18. В компании задумываются и об открытии третьего в следующем году. Екатерина Брега, Михаил Волобуев, новости Севастополя.